Главный санитарный врач Владимирской области признала факт дефицита вакцины от коронавируса в регионе, но с поправкой. По ее мнению, проблемы с поставкой препаратов для иммунизации были только в июле. Тем не менее, 13 августа изменения в постановление об обязательной вакцинации Татьяна Данилова все-таки внесла, но незначительные. Согласно документу, первым компонентом или однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» необходимо привиться не до 15, а до 23 августа. А вот срок вакцинации вторым компонентом не изменился до 15 сентября. Напомним, привиться в обязательном порядке по распоряжению главного санитарного врача области должны не менее 60% работников 12 отраслей. Депутаты облпарламента, владимирские стоматологи и общественники просили Татьяну Данилову перенести сроки вакцинации из-за нехватки вакцины. Она пошла навстречу, но существенно эта ситуацию не изменит. До 15 сентября работники указанных в постановлении отраслей должны успеть привиться. В противном случае непровакцинировавшихся сотрудников ждет отстранение от работы, а предприятия – штрафы.